Неудобно как-то получается. Привет, дроноводы! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота. И сегодня отвечу на вопрос, который часто задают мне в комментариях и в соцсетях. Как включить фонарик на дронах серии Autel EVO 2? То есть EVO 2 Pro, EVO 2 Dual, EVO 2 и прочее. Речь пойдет о всей линейке EVO 2. И не просто включить и выключить этот фонарик, а включить его именно с кнопки. Для чего это нужно, я думаю, никому объяснять не надо. А кто до сих пор не знает для чего, можете посмотреть ролик про морковки, в котором я раскрыл эту тему. Ссылка в подсказке сверху. Пробуем. Первая пошла! Так вот, не буду увеличивать хронометраж, сразу отвечу на ваш вопрос. Со стандартным программным обеспечением Autel Explorer для этого дрона с кнопки «Включить свет» нельзя никак. Включить его можно в меню «Настройки дрона» в разделе «Визуальная навигация». Если покрутить вниз, есть пунктик «Вспомогательный нижний свет». Он может быть выключен, включен и выбран режим авто, когда дрон сам включает его при приближении к земле и выключает при удалении автоматически. В случае, если обнаружено темное время суток. Заставить же его работать с кнопки можно только с помощью специально модифицированной версии Autel Explorer. Если вы обладаете этой версией, то там все просто. Заходите в настройки, в пунктик «Пульт ДУ», настраиваемые кнопки пульта ДУ. И что интересно, на моей версии Autel Explorer можно повешать его только на кнопку «А». Возможно, в более новых версиях разработчики допилили ее и сделали возможность повесить ее также на кнопку B. Ну, а на кнопку A вешается отлично и все работает. Для тех, кому нужна именно эта модифицированная версия программы, в ролике про морковки я оставлял контакты в описании к этому ролику. То есть человека, у которого можно спросить эту прошивку и который достаточно быстро, отзывчиво реагирует на все запросы. На этом на сегодня у меня все. Желаю вам безопасных, насколько это возможно, полетов. До новых встреч. Пока.